Ребят, всем большой привет. Заранее извиняюсь за посторонний шум. Там наш Марк играет в игрушки. Посмотрите, какой у меня крутой мишка появился. Как вы думаете, откуда он? Это мне дали место собачки, которую я не вытащила. Я все-таки позвонила владельцу в тот же вечер, объяснила ситуацию. Он сказал, чтобы я ему скинула видео. Я скинула видео, и он, просмотрев видео, чуть позже написал, что да, мне дадут игрушку. Вот сегодня у нас были новые загрузки. Мне позвонил оператор, спросил, буду ли я менять игрушки. Я менять пока не буду. И я спросила, передали ли мне игрушку. Он сказал, да, вы можете приехать и забрать игрушку. Вы знаете, я вам в том видео говорила, что мне та собачка не очень нравилась. И мне, ну, я когда приехала к оператору, он мне, получается, дал большой мешок, и я могла из этого мешка выбрать любую игрушку. Я, когда увидела этого мишку, я просто влюбилась. Посмотрите. Он очень крутой, мятного такого цвета, оттенка, не знаю. Здесь такая атласная, ой, не атласная, а такая, знаете, такой бантик, вот как были в нашем детстве, кто дети 90-х, в косички вплетали вот такие ленты. Вот мишка просто безумно красивый. Отдельно я хочу поблагодарить владельца автоматов, потому что, видите, вот какой все-таки классный человек пошел нам навстречу, хоть мы игрушку не вытащили, но вот он нам отдал вообще безо всякого. Я не уговаривала ничего, я просто вот объяснила ситуацию, скинула видео, и все, человек просто по-человечески отнесся. И вот так вот разрешилась у нас ситуация. Теперь смотрите, вот такой у нас крутой мишка. Кстати, он нам подходит и под обои, и под горшочек из-под цветка. Кстати, ребят, что я еще вам хочу сказать. Как вы уже видели, в наших автоматах очень-очень классные обмены. Очень крутые. И вот вы многие пишете, что вот у вас такие крутые обмены, у вас такие классные обмены, а в каком городе вы живете. Я когда общалась с владельцем, разговаривала с ним и узнала, что по Крыму, оказывается, у них много автоматов стоит. Я вот как-то даже не предполагала. В общем, в каких городах есть? Понятное дело, что в Керчи, где мы играем. Так, потом, где еще он сказал? В Симферополе, в Алуште, в Евпатории, в Севастополе, Партенит и Грузов. По-моему, вот так вот. Так что, ребят, если вы живете где-то в этих городах и играете в автоматы, обращайте внимание на такие автоматы. Так, ребятки, у меня прервалась запись, позвонил у меня телефон. В общем, не договорила. Я рассказывала о том, что если вы играете в автоматы и живете в любом из перечисленных городов, вот, то знаете, что вот в таких автоматах, я думаю, что все автоматы выглядят в принципе одинаково, такие как наши. Если вы видите у себя в городе такие автоматы, то знаете, что реально здесь самые честные, крутые владельцы и очень-очень классные обмены. Вот, вы сами видели, да, какие классные игрушки мы меняли. Так что вот так вот. И владельцы очень честные, вот серьезно. Ну, даже по-человечески относятся вот к таким ситуациям. Вот мне некоторые писали, люди в комментариях, я когда коротенькое видео скинула, и спросила, как вы считаете, выиграна ли игрушка. Мне многие написали, да, выиграна, но у нас не отдают, у нас не отдают, а у нас вот отдают. Так что можете не переживать, если у кого-нибудь случится такая ситуация. Еще раз похвастаюсь. Ладно, не похвастаюсь, покажу своего мишку. Смотрите, какой он классный. Вот такой мишутка у нас теперь живет. Все, ребятки, всем спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Ребят, посмотрите, какая у нас классная загрузка. Сотка в автомате. И будем играть. Смотрите, перед Новым годом кладут вот такие вот украшения на голову, ободочки с ушками. Прикольно. Так, хочу попробовать Мишу вытащить, но он как-то плохо лежит. Он лежит как-то вот боком. Знаете, я уже обошла автомат, посмотрела со всех сторон. И вот что-то я не понимаю, как его брать. Его боком уложили, понимаете, одним. И все. А так что здесь еще вот куколка есть без упаковки. Ее я не буду тащить. Так, вон там арбузная долька лежит. Дольку я бы хотела вытащить, но
Здесь еще есть кое-что получше. Это вот мопсик прикольный. Будем что-то будем выигрывать. Не знаю. Что-то, надеюсь, выиграем. Так. Мишка пока не хочет. Смотрите, вот на Мишке лежит игрушка. Ее нужно убрать 100%, потому что она мешается. Она не убирается. Опа. А, нет. Я подумала, выиграли ее. Так, мне нужны игрушки мелкие. Кстати, я хочу насобирать к Новому году много игрушек и обменять на какую-то классную игрушку. Вот. Так, Мишаня лежит и не хочет вытаскиваться. Не хочет. Ну вот эту игрушку сложновато вытащить у нас, потому что, как сказать, знаете, вот я боюсь всегда, когда играю... Ой, блин, я еще хуже, смотрите, сделала. Переложила его вообще на бок. Вот сейчас он полностью лежит на боку. Печально, печально. Ну все. Скорее всего, уже это все. Мы сейчас, конечно, немножечко его попробуем еще подергать. И хочу мопсика. Так, ребятки, еще одна сотка в автомате у нас. И что мы будем вытаскивать? Мишу или нет, не знаю. Или собачку попробовать. А, кстати, я совсем забыла вам сказать, ребят, сегодня я приветики не передаю, но в следующий раз передам в два раза больше, потому что у меня что-то не ловит интернет, я не могу посмотреть в комментариях, кто вот, ну, кому передавать. И как-то вот выехали мы спонтанно, я не подготовилась. Пожалуйста, простите меня, я вот передам в следующий раз в двойном размере, так сказать. Давайте мопса попробуем. Блин, или Мишку. Я не знаю, кого вытащить, а? Блин, ну Мишка лежит как вкопанный, понимаете, и все. А мопс — это сложная игрушка. Я всего лишь один раз такого вытаскивала, хотя попыток было несколько. Но... Эй, серьезно, блин, ребята, а так бывает? Офигеть. Вы видели, да, все? Сами видели. Капец. А, просто вот так вот клешня взяла и понесла. Прекрасно. Это, кстати, тот же самый автомат, с которого мы не вытащили собаку. Вот. Ну, я уверена, что ее вот сразу же после меня забрали. 100%, потому что она уже была раскопана. Я уже все сделала, тем более я еще туда вкинула 200 с чем-то рублей. То есть там просто засунуть 100 рублей и забрать ее. У меня просто не было тогда с собой денег больше, и все. Вот. Так что как-то так, ребят. Давайте что-нибудь маленькое еще вытащим. Да и поедем домой. Так, что вытащить, не знаю. Так, ребят, я закинула еще соточку, потому что вот мне захотелось просто поиграть на какие-нибудь мелкие игрушки. Тут прикольно, вот видите, брелочек лежит, кит. Вот надо эту утку убрать, или кто это, блин, курочка. Непонятная игрушка такая странная. А вот китенок, смотрите, кругленький, прикольненький такой, но... Скорее всего, его будет достать мне. Ай, вы видели, она бы провалилась, просто она упала на пакет. Прикол, конечно. Ладно. Так. И еще, ребят, я вам скажу заранее, может быть, кто-то будет спрашивать, почему я взяла не собаку, которую я практически вытащила, а другую игрушку. Собаки, скорее всего, там не было. Я ее не видела в пакете. Ну, понятное дело, да, что они же привозят, так сказать, игрушки. Опа, смотрите, вытащили ободочек. То есть мне сказали, хорошо, мы вам отдадим игрушку. Не было, да, уточнения, что я хочу конкретно эту игрушку.
И тем более я скажу, что, скорее всего, я ее не хотела прям конкретно эту. И мне вот дали большой мешок с игрушками, которые они кладут в автомат большими. И сказали, выбирайте любую игрушку, все. Я вот выбрала этого Мишку, потому что я Мишек очень люблю. А этот такой крутой, знаете, он... Вот на видео я пересмотрела, он как-то кажется маленьким, но он очень объемный. Он такой пухлый-пухлый, я не знаю, как объяснить вам. Ну, не знаю, такого с автомата вытащить очень сложно будет, потому что... А так вот взяла его, потому что он мне очень понравился. Он очень такого классного цвета. Вот, я очень люблю такой мятный цвет, поэтому выбрала этого Мишку. Так, ну все, доигрываем попыточки и будем ехать домой. Прикольно сегодня сыграли. Очень мне понравилось. Всем спасибо, ребят. Всем пока-пока. Ну что, ребятки, смотрите. Вот это у меня пойдет на обмен. И вот такие вот две игрушки у нас появились новых. Мопсика я вытащила. Кстати, вот эти мопсы, они новенькие, с колокольчиками. До этого тоже у нас были мопсики, но без колокольчиков, другие, в общем. Прикольно, я даже не ожидала, что Клешня его просто возьмет и потащит. Ну и Мишку я уже вам показывала. Вот, этот крутейший Мишка. Я прям вообще от него без ума, он очень крутой. Вот вживую. Цвет, вы знаете, камера не передает. Но он очень-очень классный. Все, ребят, всем большое спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!